здесь холодно. Я уж вижу, какая роскошная шуба. Да нет, просто когда холод, очень петь-то трудно. Ты помнишь, когда у нас батарея испортилась в Венесе? Я тогда всю песню на движение положила. Помню. Иди, хорошо потанцевать. Ты не возражаешь, если я приглашу твоего длинного приятеля потанцевать? А чего возражать должна? И вы не возражаете? А почему возражать должна? У нас не знакомы. Приезжаем здесь, иногда обедаем. Ага, обедаете. Она прилично поет. Прекрасно. Она поет. К артисту вообще надо относиться восторженно. Но вы знаете, я тоже пою. Ну, попросите меня спеть что-нибудь. Ну, попросите быстренько, попросите. Ну, что вам спеть? Что-нибудь бодренькое, веселенькое? Пожалуйста, ты лети с дороги, птица, зверь, с дороги уходи. Видишь, облако клубится, кони мчатся впереди. Ах, вы кони, кони, звери, звери, кони. Эй. Ну как, надо сказать хорошо. Ну что вы за язык-то все время тянули? А почему молчите? А? Почему меня не приглашаете танцевать? Приглашайте. Приглашайте, быстро приглашайте. Вот. Двигайтесь быстрее. Улыбайтесь. Улыбайтесь, улыбайтесь. Хотите, я вам расскажу что-нибудь очень смешное? Хотите? Вот что самое важное в нашем деле. А? Вы что, спотыкаетесь? Вот. Заулыбались. Только как-то боком не ходите, нормально танцуйте. В нашем деле самое важное – это найти свою песню. Искать ее очень трудно, потому что специально пишут для звезд. А такие, как я, должны заботиться о себе сами. И вот берешь журнал, находишь хорошее стихотворение, смейтесь, это смешно, приносишь его. Они говорят, оно не поется. Я говорю, как же так? Почему же оно не поется? Оно поется. Вот вы стихи рождественского знаете? Знаете или нет? Улыбайтесь. Вот стихи о рассерженной женщине, знаете? Не знаю. Не знаете, да? Я знаю. Сейчас я вам их спою. Товарищи, снимите меня, пожалуйста, один раз со слом. Мне для сынишки нужно. На работу спешим. Очень спешим. Я вас прошу, со слом, снимите меня один раз. Вот не здесь, можем, что дорогая, вам стоит? Времени нет. Один разик, всего одну фотографию, правда? На работу ничего спешим. Не стоит, но я спрошу ладно, вас. Вот здесь, спасибо большое. Спасибо вам большое.